Виктория Орлова, двукратная чемпионка России и теперь двукратный победитель Кубка. Победа не может не радовать. Какие твои эмоции? Выиграла, эмоций почти никаких нет, потому что готовились на более большие килограммы. Я заметил, ты всегда начинаешь упражнение, когда звучит сирена на 30 секунд. Так тебе удобнее? Мне так легче, мне так удобней, чтобы не слышать от этого 30-секундного гудка, чтобы было тихо, спокойно. Что тебе обычно говорит тренер перед выходом? Много всего говорит, особенно про технику. Но это в основном, что все правильно, четко сделала. За спиной уже множество соревнований. Какие, может быть, были самые трудные? Каждое соревнование нетрудное морально. Но всегда выходишь и пытаешься победить в первую очередь свою голову, а уже потом соперников и также остальных спортсменов. Здесь ты выходила на некоторые подходы уже в роли победителя. Это сложно? Или пытаешься об этом не думать? Пытаешься не думать, потому что вся проблема в голове. Все от головы, и то, что ты уже по соревнованиям ты стал первым, ты в душе не стал первым. Главное отработать на все 6 подходов. Вот тогда ты станешь первым.